12 регистрируют сейчас, и еще 4 оформили на прошлой неделе. Итого 16 новых автобусов приобрел один из ивановских перевозчиков. Вместимость каждого 60 человек. Работают все на газомоторном топливе. Автобусы еще будут доукомплектовывать. Электронными табло будем оборудовать. И так называемая доступная среда. Это внутри салона тоже будем. Речевые будут сопровождения. И также электронные табло будут. Каждая машина стоит порядка 3,5 миллиона рублей. Перевозчик поменяет прежде всего старые «Богданы», которые уже пора утилизировать. Новые автобусы поставят на рентабельные маршруты, предположительно на 150-й и 35-й. Это также малый класс, но больше вместимости с двумя накопительными площадками. То есть, что позволит и, значит, мамам с колясками пользоваться данными автобусами. И в часы, в пиковое время, то есть большее количество людей сможет уехать и с вовремя добраться на работу, на учебу. Администрация настоятельно рекомендует перевозчикам активнее заниматься заменой подвижного состава. До конца года купить новый автомобиль для пассажирских перевозок обещают еще как минимум 3 компании. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.